друзья. Сейчас, короче, я в такой квартире сейчас, как сказать, не то что квартира, это вообще здесь все по-другому, типа и вилла это, и квартира. Буду смотреть вместе с вами, я еще сам не видел, давайте посмотрим, но на высшем уровне. Комнаты сразу вместе посчитаемся. Вот, как видите, заходишь, здесь коридор такой. Давайте пройдем в эту сторону. Смотрите, здесь еще коридор продолжается, длинный. Вот. Обратите внимание на ремонт. С мебелью вместе продается. Вот как вы видите, вместе с мебелью, вместе со всем. Это зал. А, вот. И кошку тоже можем в подарок, короче. Сатсак хадия олур му, кеди? Эви алырсак хадия олур му, кеди? Валлахи, бильмеш. Смотрите, кондиционер большой, мебель, все на высшем уровне, кресло, большой телевизор. Еще парик, салсник. Большая квартира, короче. Абу, знаешь, это как бы? Абе, 600. Ну где-то 600 квадратов есть точно, как вот хозяин сказал сам. Вот, значит, это зал. Отсюда сразу можешь выходить на террасу, я так думаю. Будем все делать. Ну, мы потом выйдем. 40 чхар сразу. 40. Бахан вообще, а? Еще давай. Давайте сюда. O zaman havuzdan çıkalım. Ondan sonra yatak odasını çekeriz, tamam mı? Tamam. Mutfağa gidelim abi dedi. Güzel, здесь это кухня. Это кухня. Как видите. Чекал, где? Чекал. Из мужчин, кто любит готовить, места много, можно свободно здесь, что хочешь готовить. Так, друзья, я так сильно углубляться не буду, вкратце. Отсюда также можно выйти наружу. Вот, отсюда сразу к бассейну можете уходить. Мангал готовый. Только осталось. Ну что, блин, ничего. Кишье взяли, да? Кстати, друзья, мы находимся опять же в центре города. Смотрите, вот здание самого города. Он нам сурабы, а в Хайда Чекерсон, рай. Добрачи. Вот красивый забор. Друзья, мебель, как видите, все остается. Продается вместе с мебелью. Я там вот ладно чекаем. Микроволновка, все есть, короче. Духовка. Full система, да, все рады. Буздолаба гизда, да? Да, это буздолаба.
Сейчас, если спросят, а то султан не видно холодильника. Так, сейчас я найду холодильник, короче. А вот холодильник. Вот это вот холодильник. И здесь, думаю, что морозильник. Вот. Плитка там, для тех, кто, может быть, черная не увидел. Плитка здесь. Черный мрамор, черная плитка. Друзья, вот длинный коридор, смотрите. Кстати, подсветка есть. Да, здесь спальня, спускаешься как бы вниз, но дом большой. Смотрите, друзья. Мы с Алина дом, не мы? Yok abi. Yine şey. Abinin mi? Senin resmin var mı? Yok benim resmim yok. Seni abin çok seviyor demek. Вот. Комната. Не знаю. Сам со вкусом все, короче. Abi gel bu taraftan duvar alalım. Кстати, кто будет на днях лететь в Мерсин, друзья? Жарко, конкретно, короче. Пойдем. Так, пойдемте в следующую комнату. Чада. Так, здесь санузел вот такой вот, небольшой. И затем, вот здесь взяли сюда. Хочу сказать, что здесь хороший сквозняк есть. Сегодня вообще жарко. Вообще эти дни в месяц не жарко, но сразу чувствуется, что свежо. Вот еще одна спальня. Вот. Также выходит на балкон. Чекели. Так, здесь взрослая спальня. Вот, где у нас здесь ключ? Ну я не знаю, шик, друзья. Все остается как есть. С мебелью, с обстановкой. PlayStation, Sony даже есть. Вот. Также выход на улицу есть. Ну, во двор к себе, да? Друзья. Bu duvarda resim olduğu zaman kaçar abi, tamam mı? Здесь, смотрите, кладовка. Так. Вот. Кладовка, я открывать шкафы не буду, потому что там вещи у людей. И также есть ванная, да? Давайте снимем. Вот. И не маленькая, большая, смотрите, вот я захожу вовнутрь. Мы привыкли, душевые же маленькие бывают, душевая большая. Вот здесь. Даже это есть, а, баба, зеркало. Турецкий хамам даже есть, да? Турецкая баня. Ладно, пойдем дальше, ничего у нас осталось. Так, посмотрим, сколько я килограмм вешу. Подожди. Мурат Урайда, чекайся. Так. Точки думаю. Юс. 100 килограмм, короче. 100 килограмм. Да. Ну и также, естественно, тип. А вот смотрите, отсюда выход есть. Сейчас покажем. Вот, все крыто, видите, как забор. Вот это вот полностью дом относится к вам. Ордан-Башки, Абы. Оттуда начинается. Это вот кладовка, не кладовка, уборная была, да? Гардеробная была. Оттуда начинается и до самого бассейна территория ваша. Кто купит?
Думаю, что зацените квартиры. Еще есть. Подождите. А что долго? В конце посчитаем, сколько комнат. Вот детская, думаю, что девочки или мальчики. Вот еще одна комната. Также мебель белая. Ну, я думаю, что это комната девочки, наверное, брата фотографии там. Плюс еще одна комната. Смотрите. Только заявлено. Вот, две в одном, да, короче? Вот, у нас такой вид. Друзья, смотрите, сейчас на балкон выйдем. В городе мы находимся. Зацените просто здание вокруг которого. И также камерная система, смотрите. По всему дому подключены камеры. Şimdi abi oradan böyle al, yavaş yavaş şeye kadar götür. Вот это наш город Мерсин. Şimdi sen buraya geç abi, o gün orada, tamam mı? И короче последний осталось санузел еще один. Так, сейчас часы. Вот. Обида холода какого? Короче, душевая, да? Так что здесь дверь есть, я хочу посмотреть. Вот она капсада. Вот она капсада. А косначила два порядка. А, шкаф там есть. Это в комнату. В детскую комнату дверь, но там шкаф стоит. Все ясно. Ясно. Вот. А здесь что было? Кладовка, это кладовка у нас. Сейчас. Вот, где машинка стиральная стоит. Это у нас кладовка. Ну, думаю, все. Come on, come on.